World Food 2022 здесь не только производители, но и очень крутые спикеры. С одним из них прямо сейчас и поговорим. Это Владимир Красильников. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я представляю компанию Айпланти. Мы сегодня анонсировали крупный проект по созданию вертикального холдинга из заводов по вертикальному выращиванию листовых салатов и пряных трав. В сети фарминг и все, что связано с вертикальным выращиванием, довольно популярно и набирает обороты в России. Но мы на сегодняшний день говорим уже о масштабировании нашего бизнеса. То есть проект стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Это 4 завода в первой фазе: Москва, Екатеринбург, Красноярск, Петербург. Поэтому как бы проект большой. И основанием начала такого проекта является то, что мы уже больше 5 лет в Хабаровске занимаемся выращиванием такой зелени, снабжая наших клиентов в ресторанах и, соответственно, в ритейле премиальными продуктами. Это ультрасвежий, абсолютно безопасный салат, упаковывается отдельно, индивидуально и пользуется огромным преимуществом на полке. Соответственно, 5 лет производства такого салата, каждый день мы отгружаем нашим клиентам около 500 килограмм, позволяет на сегодняшний день нам с открытым взглядом идти и масштабировать наш бизнес по России. Собственно говоря, об этом мы сегодня рассказывали на пич-сессии, приглашая соинвесторов и всех заинтересованных лиц в наш проект. Владимир, расскажите, пожалуйста, насколько люди активно участвуют в дискуссиях, в этих сессиях, насколько часто приходят посмотреть и послушать? Фудтех всегда пользуется большой популярностью, потому что, естественно, это связано с продовольствием. Много решений на сегодняшний день есть по всем направлениям фудтеха и продовольственной отрасли. Поэтому люди, да, всегда приходят на пич-сессии, связанные по фудтеху, активно. Как всегда, участие с утра не очень большое, но потом народ раскачивается, поэтому любые вот сессии, на которых мы были, всегда пользуются интересом. На выставке вы находитесь уже второй день, насколько я знаю. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то промежуточные результаты, итоги, есть ли контакты? Да, конечно, мы общаемся с производителями, с поставщиками. И традиционно World Food – это отличная площадка для того, чтобы познакомиться, обменяться мнениями и увидеть что-то новое. В этот раз ровно то же самое. И, кстати говоря, в этот раз качество вот, конференц-сессий, особенно у Академии ритейла, просто на высшем уровне. Очень много полезной информации, несмотря на такой меняющийся экономический ландшафт. Прям было с огромным интересом, я прослушал там вчера, сидел от начала до конца. Так что спасибо большое. Спасибо вам большое, Владимир, за такой рассказ. Желаем вам хорошего дня и успехов в продвижении своего большого дела. Да, спасибо, и вам успехов. До свидания.